Это у нас рядом настоящий макет американского космического корабля. Это в масштабе один к одному. Мы ее полностью сделали так, как ими его видели. Нил Армстронг, который впервые высадился на Луну. А рядом мы сделали пульт будущего, который бы говорил детям о том, что там все управления на переключателях. В то время это было передовое достижение. А сегодня 21 век, это век компьютеров. С помощью вот этих мониторов, с помощью вот компьютеров происходит управление космическим кораблем. Мы детям даем задание лететь к какой-то планете, выбираем, и потом мы включаем вот этот глобус этой планеты, чтобы определить точку посадки, где. И одновременно на мониторах появляется видеоряд, как мы летим к Венере. Справа на правом мониторе будут физические данные этой планеты. На нижних мониторах будет траектория движения, как мы приближаемся к этой планете.